также помню, во второй армии мы на сервере играли. Вертолет, ну, то есть бой шел довольно далеко от точки респауна, от базы. Пешком бежать будешь минут 20. Да еще весь усталый будешь. Вот, и любили люди загружаться в вертолет, там что-то 20 лет. На плоту. Прыгать с него. Здесь тоже как где-то сидят в советских касках, нафиг. Что там, заяц? Да, заяц. Да. А куда нам ползти-то? А, все, точку вижу. А тут заяц. А заяц. Какая-то живность даже бегает, охренеть. Как на дом показывает. Наверное, дают ту первую миссию, я типа ее прошел. Наверное. Видимо, на дом. Миссия дом что-то штурмовать, похоже. Ой. Потому что написано несколько часов спустя. Спустя после чего, да? После того, как я прошел первую миссию из этого пака миссий. Не на дом, это там внизу. Как раз очень похоже на засаду на то. Нет, это за домом. Это там внизу в долине. Не дом. На дороге. А нет, на дороге. Это только точка маршрута. Что там дальше-то мы не знаем. Какая будет следующая точка. Слушай, это не конопля у них тут растет случайно? Так, где следующая точка-то? Я потерялся что-то. Снайпер. Восток, это Новик, мы на месте, приступаем к операции. Кажется, это засада на машину будет. Дорогу вижу какую-то, может быть она по ней. В прошлый раз мы место было более тесное. А вон там на горе. А на горе это может быть вторая наша группа. Тут две группы. С двух сторон должны быть. Я не понимаю. 60 метров. Направление 500 метров. Нет, это наверное тогда свои. Свои, да. Вот, блин, ой. Нет. Она в другую сторону стреляет. Она вправо, точка 760 метров. Ну да, я видел слева. А, вон машинки какие-то. Где машинки ты видишь? На дороге. Слева, справа? Справа. То есть там, где я. О, я убил кого-то, или это не я был? Нет, я был. Убил стрелка на машине. Да, только я машину не пойму. А их две даже. Ну ты снайпер, блин, ты далеко видишь. Да. Я дорогу только вижу и все. Они вот, он уже на гребне дороги. Далеко-далеко. О, обратно поехала, к нам. Сейчас увидишь. Все поля в ту сторону, я ничего не вижу. И он по нам палит, сука.
О, попал я в него. Сейчас вторая еще приедет. Нормально. Аллах Акбар, так тут орёт. Это что? Это, типа, это мы террористы или они? Нет, они, мы типа ФСБ. Между прочим, которые у нас снизу бежали, их положили всех. А вот они уже панковали. Я вот двоих завалил. Когда утихнет, подойди, посмотри, с чем они бегали, там какое у них оружие лежит. Это очень интересно. Такие раритеты, даже ППШ какой-то был, по-моему. Сейчас эта машина обратно поедет, она, ну, правда, быстрее. Ну, одну взорвали мы. Причем взять у них это уже нельзя. О, сейчас машину надо завалить, пока она стоит. О, убил водителя. Еще пулемет возьму, я тоже возьму, что СВД. А как машину взорвать? Ей можно бензобак? Колеса отстреливаются. Кровь летит от трупа, но машина не взрывается. Ладно, хрен с ней. Так, ну встань ты уже. Так, ну две машины завалили. Где здесь чуваки валяются? Это наш, интересно. О, пулемет лежит у одного. Вообще не помыл. Кто орёт ты? Да это просто этот автоматически скрипт срабатывает. Я решил, что я тоже возьму СВДшку. Вот они. Ты там впереди планеты всей. А, да. Следовательно написано. Вот он месяц по тебе справа. Как? Врагов? Их тут хреново гора. Я, наверное, сейчас сдохну. Что интересно, я не вижу. Я видел тут выстрелы и все. Теперь я никого не вижу. А вон она. Нужно перезарядить. Еще где-то кто-то бегает, ну? Пока наши что-то спокойно слишком. Не, вот кончились. Что-то движемся к той точке. Но это не совсем та миссия, про которую я говорил. Да, явно. Интересно, этот с АГСом, АГС развернуть нельзя, а колеса так. Причем мотор еще работает. Слушай, мы еще не всех убили. Там еще вдалеке один.
Был. А зайца тоже можно завалить? Да. Не, можно. Да. Жалко зайчик, ну ладно. Вот здесь на них можно было охотиться. Ну здесь я вот завалил его, интересно, шкуру снять. Как в Far Cry, да? Он так же убил, там на почту, потом через нож. Тут ух ты, тут дом какой-то стоит. Блин, он и сейчас. Эй, заяц. Если нож есть, там можно было снять у него кусок мяса получить с него. Не, здесь не жалко зайчик, ну ладно. Так, куда нам нестись? Вообще по дороге влево. У меня так патроны кончатся. Ой, там кто-то на горе бегает. Возле дома? Не знаю, это не дом, по-моему. Тут какая-то крепость прям даже. Вот я кого-то убил. Может, это свой вообще был, кстати? Нет. Ну, по мне стреляли. Но было впечатление, что сзади. А, сзади точно вижу. Седьмой, второй, ясно? То есть с левого склона? Или я убиваю своих? Ну, свои помечены ромбиками, на шестиугольник. Нет, значит не свои. Не убивается. Да вон они там на камнях бегают. Попал. Все похоже. Да, все, потому что мы же встали, побежали, то все. Я так скоро без патрона останусь. Ладно, я тут, блин, 8 или 10 магазинов набил в рюкзак. А я почему не могу набить? Мне на рюкзак этого взять надо. О, Мосинка. О, видишь, какие есть. А тут... Ой, блин, я ее взял. Вот тут сосну воткнулся. И нахрен мне Мосинка отдать, ну, СПД. Возьми, надо, ну, что, попробуй с Мосинкой. Ты, блин, она без прицела. Ну и что, тут он, половина народа без прицела стреляет. А как же, что же. Ну, тут, кстати, печенек валяется. Нет. Печенек здесь до жопы валяется. СВДшка только получше какая-то. Не так... А нет, такая же, как моя. Вот, кстати, здесь у него наверняка есть патроны, иди сюда. Так, это не ты, а где ты-то? Я вон справа наверху стою. А, во, все, вижу. Так. Вот так, чувак, у этого что лежит? Не, вот сюда, да, калаш. Вот лежит чувак. Зайди к нему в снаряжение, у него там в разделе касай бандольера койот, наверняка лежат патроны. Что-то не заходит. Ты вот прям в упор в него влюбокнулся. А, вот зашло. СВД, да, лежит, Майк. Вот где койот у него, в этом койоте наверняка патроны лежат. Военная одежда, полевой рюкзак. Нет ничего. Выше полевого рюкзака там так написано, касая бандольера. А, там вот. 10 магазинов аж. Да-да-да. Ну, а, можно внутрь заходить? Да. Господи. Ты также и в свой сидр можешь залезть. Многое я не знаю в этом, значит. Я-то все это в Дейзи узнал. Так, а где у нас следующая маршрутная точка? А как обратно выходить? О, там цель. А вот с обратно сложности, я не пойму, как это делать. Я выхожу совсем и потом снова в снаряжение захожу. Они по кого там, по зайцам, что стреляют? Нет, там маркер красный появился на левом склоне. Вот далеко сзади. А, во, вижу. И исчезла, кстати, точка следования, куда надо идти. Блин, что мы туда побежим, потому что полгруппы уже там. Очень далеко. Все, исчез маркер. По-моему, я в нее попал. А, с такой дали? Через не знаю. Не видишь, куда стреляешь?
Вряд ли тогда я в него попал. Ну, значит, он сдох. Я думаю, просто там трое наших его мочканули. Да, не вижу раз. Даже, куда стреляю, ей-богу. Так, нам надо на маркер 300 метров чесать. Так я маркер не вижу. А я вижу. А, вижу, да, перемещаю. А я вижу змею. О, убей. Опять стреляем. Это я змею убил. Убийца. Да, животные здесь убиваются. Вот опять заяц. Вижу цель, снайпер. Направление 200 метров. Прием. Ой, ой, ой. По тебе там так? Ой-ой-ой. Я не знаю. Да, это вот по тебе сейчас я его попробую. Гранаты достать. Кто? Да снайпер. Я же, у меня метка даже уже появилась. Я так охренел. Тут сверху такой типа укрепление. А я его гранаты убил. А он наверху что ли был? Да. Господи. Замечен противник. Какие у него точка. Восток 200 метров. Прием. Надо убивать их. Сейчас. О, там зушка. О, да. Двое было. Это я удачно поверху пошел. Все бы они нас тут накрыли бы огнем. Тут какой-то кишлак, слушай. А я за то. А это ты, наверное? Да, это и ты. В нем, кстати, это наша точка, наша. Меняю магазин. Вижу цель, пулеметчик. Так, направление 200 метров. Прием. Где? Не знаю, наверное, на крыше. А, во, вижу. Завалил, не завалил, не вижу. Кого-то я убил. Хорошо. Че у меня какие-то цифры в чате? О, еще цель. За домом. 188 метров. Я пока вижу только маршрутную точку. Я вижу цель. Ну так стреляй. Так вот дом мешает. Как что ее видишь тогда? Ну, красная рамочка. Кто-то пометил, наверное, может ты пометил как раз. Я не вижу, у меня нет ее. А не, все пропало. Я сейчас к тебе вот добегу, вон опять рамка появилась красная. А за каким домом-то хотел? Вот где ты сидишь? Да. Может сейчас достану. Что-то я не могу попасть. Я его не вижу, где нормально. О, кого-то попал. Я просто не вижу, куда ты стреляешь. У меня все елки и все. Я вижу две машины и три. И четыре трупа. И больше ничего. И тут носится. Красный. Кто-то носится тут. Это я мимо тебя пробежал сейчас. Пальба. О, я прям туда вышел. Ага, еще сдох. Пулеметчик. Вот ты где? Справа вниз ушел. Тихо-муха. Ладно, похрена. Пустился правее и ниже. Вот сейчас справа. Это вот ты? Да, это ты, и все. На террасе вот этот пулеметчик лежит ко мне спиной. Лежал? Лежал. Тут труп лежит. Ну, так это естественно. И у него в голове торчит пулемет. Да. Надо было, конечно, мне автомат. Автоматом было проще. Не вижу никого. Ну, пошли дальше. В точке. А, вон точка. На дороге. Да. Так вот по дороге лучше, наверное, не ходить. Чем? Они же на склонах засаду устраивают. Я же убил на склоне засаду. Ну, дальше-то еще склоны идут. Ну, будем, значит, на себя выманивать. На машине поедем.
машин. А где ты видишь машин? А, вон две машины. Где я кого-то в кустах стрелял? А может там еще кто-то остался в живых? Осторожней. Да нет, трупы лежат. Много трупов. О, гранатомет. Опять пулемет. О, СВД. Да хватит тебе патронов. 17 магазинов? Да. Да, я думаю, да. Ладно. Я тебе свои отдам, а сам этот пулемет возьму. Нет, я думаю, мне 17 магазинов до конца миссии хватит. Я тоже думаю, да. Куда мне их, блин, хорошо, солить, что ли? Я вижу зайца еще, блин, опять. Садись в машину лучше. Какую? На а, вот в эту. Сесть, Райт Сит, вот это ж... Ой, это не, не то. Во, вот так. Так, что там, никто не пишет, Димка? Не. Качает мод. Да, его ведем еще долго. Ну. Че так натужно едем? А кто в кого стреляет? Не знаю. Не наш, кого стреляет. Я даже не вижу в кого. Опять-таки на склоне. Это машина. О, все погрузились в машину, слушай. Третий, цель, грузовик. Я вижу какую-то машину в кустах. О! Она стреляет. Что это такое? А ее не видно за кустами, я блин. Я даже не видел эту машину. А я вижу, жопу из кустов торчит. Так. А, во, вижу. Если бы я сейчас увидел эту машину, я попробовал бы на нее артиллерию вызвать. Потому что она стреляет. Где-то бой идет. Где эта машина-то? О, уехала. Она живая. А вот красный крестик такой, ну, это хорошо. Там бой где-то идет. Да, ну и здесь не видно. Далеко идет. А вот это идут чурки, это они, наверное, злые. Да где ты видишь их? По дороге прям фигачат. Машина возвращается. Не вижу машины. Сейчас она тебе покажет, где она находится. Я понимаю. Не вижу машины. Там зушка на ней. Надо стрелка на зушке убить. А я ж снял. Не снял. Я убил водителя. С другой стороны, зушка нам тоже пригодится, может. Так, пулемет. Заряжаю. Так, слева вверху кто-то. Цель какая-то. Понятно, как она нас достала. У нее зушка в этом. По кому-то они все равно стреляют. Там слева на холме отмечено как цель что-то. Я в эту зушку сяду, потом пойму. А это ты же за зушкой, да? А почему она красным помечена? Она это кто? Ну вот эта машина, зушка как раз. Не знаю, она не помечена. А мне помечена. Ладно, хрен с ней. Где-то еще бой идет. Стреляю, не понял. Это,
Это уже ты. Где взялся ствол? Быстро. А, вот, смотри, как вижу там кого-то. Вот ты там кого-то поджег. Да? Я стрелял просто в красный кружочек. Там машина горит. Блин, как... Ну, больше ничего не видно. Там какая-то перестрелка где-то идет. Ты еще на ней поездишь? А вот где перестрелка-то вообще? Кто с кем? А значок пока? Что-то подбили. А что это они красные? Вот эти лежат. Их можно поднять, что ли? А, да, точно. Ну да, она в кустах там где-то стояла. Что-то я не вижу следующей точки. Тут труп повозит по полу. Что такое? Тут и с кем-то стреляет. Точки нет. Точка впереди по дороге. Вот у меня или нет? А, во, появилось. Блин, странно как-то. И кто-то в кого-то стреляет. Да. Чем так плотно? Это ты на машине там катаешься слева? На дороге. Вполне занять разрушенную позицию под сушку. Потому что и... Потому что на ней почему-то красный треугольник, красная пометка у меня. Кишляк. Сейчас я этот кишляк зачищу. Сейчас я зушки прям стреляю, конечно. Вон там уже и цель есть. О, я вижу пулеметчиков двух штук. Одного штук. Вау, Зушка, это круто. Я двух пулеметчиков с крупнокалиберными пулеметами завалил. Я вижу, там бегает какие-то. О, там и стреляют, походу. Ну, падают, наверное. Наверное. Вижу, о, вижу, откуда стреляют сейчас. Я не знаю, куда нам стрелять. Перезарядка, чёрт. Он стреляет, меня не видит, наугад куда-то. Замечен кем-то. Я там, конечно, взорвал какую-то огневую точку на крыше дома. Просто снес нахрен все. Но по мне явно ведется огонь. Далека. Попробую его достать. А я вот не вижу никого. Хотя нет, какой-то чувак бегает. Я вижу, как трассы летят из кустов. Причем они такие явно автоматные, потому что летят в разброс. Я туда выпалил из ушки довольно сильно. И не достал его. Я его не увижу за кустами. Я вижу, как будто носится там и никак не остановится, чтобы его пристрелил, в конце концов. Хватит уже бегать. И все.
Бунчаров не видно. Ну, по мне, откуда ты, блин, из-за деревьев идет. Затих. Только я вылез на позицию, он перестал стрелять. Козел. Так, я сменю позицию тогда. Вот сюда лягу. Может, его убили? Затихло все. Я почему не уверен, что его убили? Одного я точно видел, только что. Так, вижу цель. Вижу цель. Снайпер. Направление 200 метров. Прием. Он сейчас снова видит. Вон он. Блин, опять пропал. Красный пометился. То ли он свалил, пулемет. Север. 200 метров. Прием. Интересно, тут не видно ничего. Там в кишлаке осторожно бегают, куча народу какого-то. Кому кто по кому стреляет. Позицию. Вот это кто стреляет? Стрелок какой-то. Куда-то стреляет. А где ты, интересно? Да я все так же на холме на Зушкина-то сижу. А, ты очень далеко, да. Я понял, что он со мной кто-то стреляет. Ни хрена себе счет. Я 32 человека завалил. Зверюга. Пипец. Когда? Пел. А ты там когда по машине стрелял, помнишь, четверых там. Ну это, блин, не 32 же. Кто ты рядом со мной так стреляет? Ты наведи. Стрелок, наверное, какой-нибудь. Нет, я выстрел слышу. Не стреляет, что характерно. О, одного. Вот с кем они перестреливаются? Вот я одного вижу. О, вижу. Попал. Еще где-то один. Дрын-дрын-дрын-дрын где-то. Вон он. Он там не попал, рядом со мной. Ты там в основной группе или где? А, где-то на холмике лежу. Нет. Да, вместе со всеми. О, попал. Или не попал? Засчитали? 35, да, засчитали. Так, в кого он мне опять стреляет? Меняю магазин. А здесь все равно никого пока нет. Вот они все в кого-то там шмаляют. Вот это кто лежит? Блин, труп какой-то. Где-то еще кто-то жив. Но нам все равно 100 метров до этого лагеря, фигагеря. Кого они стреляли? Не знаю, не знаю. Ну пустой. Они, небось, через стену, может, стреляют куда-то. Не, не думаю. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 100 метров. Прием. Это труп. Там наверху, кстати, этот пулемет стоял.
Они, по-моему, внутри вот этого здания. Вот тут я вижу, как босс стреляет в упор в противника. Ну, может, не в стену? Нет, они во дворе стоят друг напротив друга и стреляют. А. Да, вот, кстати. Заряжаю! Тупые боты. Я там со стрелой кто-то лежит. Почему у меня 8 патронов в магазине? Бензовоз. 7 патронов в магазине. Слушай, тут это... зенитная установка. А я убил же этого чувака на ней. Прикольно. Он же вроде труп там, я труп, в него стрелял. Да. Она сама еще и опрокинута как-то. Ну не знаю, она не успела стрельнуть. Кого ты видишь? Ты прям у него вышел, в нее не видел. Сука. Вон оно. Мой броник, походу, не спас. Тут разбиться можно? Наверное, можно. Упасть. Дейзи ноги ломает, когда парень скрыш. Вон он же лежит, да? Еще он за стеной пометился. Да, я вижу. Нет, где-то на дороге лежит. Далеко, по крайней мере. Что тут страшное происходит? Очень долго качался прицел, никак не мог попасть в него. Ой, блин, это наш. Тут стреляет из пистолета. Так, что, точку переместилась? Да, туда, на холмик. А стреляет, по-моему, оттуда. Так равномерно стреляет. Не пойму. Наши туда побежали уже. Откуда стрелять, не пойму. Кто и в кого стреляет? Что-то по-русски говорят. Так это наши передают по рации. О, вон оно. Я с фланга к ним зашел. Сейчас, подожди. Много там. Господи, кто такую музыку делает? Пулеметчик. Был. Что-то они косоваты как-то. Мне кажется, вот в твоей миссии он бы меня уже расстрелял раза три. Ну, нет, там всякое тоже бывает. Но у них тоже уровень вот этот может выставить. Ну вот что-то, понимаешь, я вот в упор прям сижу, перезаряжаюсь и выжил. Я тогда тоже когда набежал, он попал по мне, но он тоже перезаряжался. Так, на карте отмечен, говорит. Я какой-то монстр просто, убийца. 40 человек завали. Это не арма, это какой-то... Это склады, которые нам надо убивать, я не понял. Сколько их здесь? Здесь раз пулеметчик, два пулеметчик. Гранатометчик и снайпер. Возьму-ка я у него патрончики. Заряжаю. Сколько же там стрелять-то можно? А на карте я точку перемещения вижу, а так нет. А вот кто в кого стреляет? Наши в кого-то стреляют. Сзади причем почему-то. В
мне кажется, там точка перемещения наша. А, 300 метров, все вижу. Причем я ее не вижу, я вижу только на карте. У меня точка появилась. Я вижу даже противника. Охренеть, я тоже хочу видеть. Они на склоне холма, у нас на другой стороне дороги. Сержант какой-то. Может, я своего стреляю? Нет. Или да. Нет, слушай, на него сержант зелененький написан. Я по нему попал. Но он еще бегает. Но он стрелял в кого-то. А вот наверху лежат они. Он стрелял куда-то вдоль дороги в нашу сторону. Нашу? Почему на нем нет тогда этого? Кубик. Да, это свой. Пока не, ну не буду я в нем стрелять, видно, да. Что это свой. Он тут там у дороги лежит. Все чисто, кто-то говорит. Типа точка эвакуации, что сесть куда-то надо, что-то. Я не понял, зачем мне какие склады надо было взрывать? Где они, эти склады? Кто его знает. О, у него тоже мусинка здесь. Труп. Там, кстати, машина твоя стоит. То есть мы по кругу бегали. Да. Причем у меня стоит на ней маркер, что я сесть должен. Мне нету. У меня есть. Наверное, я посидел тут за этого. И зачем мы сюда пришли? Тут была точка. Какая машинка. Может, я группу сюда случайно привел. Я ткнул сюда как-то правой кнопкой на карте. Нужно перезарядить. А если я сейчас вот сюда ткну? Ничего не происходит. Значит, это не я привел их сюда. И что дальше-то? Дальше я, наверное, должен куда-то вызвать арт-налет, а вот куда не пойму. А, там, помнишь, был такой этот... Да, но я не понимаю, куда. Мне этот голос сказал, что он отметил на карте арт-налет, ну, то есть, точку, куда стрелять, а я не вижу ничего на карте. У меня есть еще подрывной залет, две штуки. Только вражеская зона какая-то отмечена. Может, кишлак снести нахер? Не знаю. Сейчас надо понять, как вызвать этот арт-налет. Блин, тут еще магазины до конца не используемые обратно отправляются в рюкзак. Ё-моё. Тут стонет. Кто тут стонет-то ему? Так, а это ты на камне стоишь, да? Пытаюсь разобраться, как мне вызвать арт-налет. Кроме зайцев никого нет. Тут змея. И кому-то тут плохо, судя по звукам. Эту машину, которую мне предлагают. Ну сел. У тебя колеса нет. Как же вызвать? Наверное. Так. Гудит.
сесть на место. Может, я случайно выкинул свою вызывалку? Не знаю. Когда оружие выбрасывал. Вроде нет. Странно. У меня подробные заряды только есть. У меня ничего нет. Две штуки. Могу машину подорвать. А чем тут? У меня есть аж 7 штук выстрелов под гранатомет. Ну и все. Кажется, у нас ничего не выйдет. Похоже, что-то пошло не так. Да. Надо будет с Димкой еще раз попробовать ее пройти. Хватил выстрел. Кончился. Где ты стоишь? Ладно, сейчас на пару исполним. То у меня 17 обоим, по-моему, осталось. Ограбил я. Стрелять уже не в кого. Сколько я там намочил? 40 человек, одну машину. Давай еще разочек постреляй так. Куда? Вот так вот? Так же, да. Не хватило одного. Я добил его. 10-зарядный. А вот магазины здесь, правда, недостреленные и обратно в рюкзак уходят. Ну, логично. Ты же не набиваешь их снова, ты просто вытаскиваешь обоймы, вставляешь. Ну, ты и говоришь, реальность, блин. Не тяну, да. Поехали на машине в кишлак. Че там делать-то? А как ее починить? По бабам. Никак? Никак. Здесь нельзя чинить ее. Здесь нельзя. Чё я опять не вываливаюсь-то? Ну, они нормально. Нет, опять. Надо тогда по кабину передней. Что-то меня выкидывает отсюда. Пробуй в кабину сесть. Чё-то я вылетаю от нижней. О, тебе командир выгоняет. Не дается обычно. Типа снайпер, да нехрен. Колеса-то право переднего нет. Могу остальные отстрелить. Для симметрии. На левой задней надо отстрелять. Попробуй, кстати, левая задняя. Левая задняя. А, все, меня выкинуло. Видимо, если бы было колесо, мы могли сесть вдвоем. Не, все, машина не едет, значит, мы не будем кто-то садиться. В жопу тапи. Был там бензовоз, еще какие-то тачки были. Сейчас да вон стоит, грузовик стоит неповрежденный. Где два племянчика стояли. Бежали. Там какую-то красную тачку я видел. Слушай, ну ведь где-то же бой шел. С кем он шел? Все умерли. Ну, как-то калиберный пулемет стоят. Машина. Чё он мне все выпыкидывает, а? Из чего? Из машины. Из какой? Вот здесь зелок, похоже, стоит. Или это Урал, скорее всего. Вот.
Это джип. Попробуй сюда. Внедорожник. А я сажусь, и мне раз выхожу. Сесть, пассажир, первое сиденье. А. Ну, видишь. Ну, хоть что-то. Хоть тебе отсюда не высаживай. Ну, военные машины. Они вражеские. Вот тут машина стоит, он бензовоз стоит. Газик. Так, а чё, я могу пересесть? Правое сиденье 2. А, не то. О, стрелять можешь? О, стоя могу ехать. Да. Охотимся. Сафари устроили? Да. Не, на кого? На зайцев так. Да. Это по дороге поедет. У меня другого оружия же нету, да? У меня пистолет есть. Толк-то. Ты хорошо стоишь, не падаешь. Да, стоишь. Прилип. Тихо. Машина цела. Дети. Что главное? Со сбора полезно. Ой. Я просто на тебя смотрел. Крыша погнулась. Колесо тоже погибает, повреждено. Не только крыша, все побитое теперь. Ну что там? Димки небось еще качается. Качается, конечно. Слушай, они за нами двинулись. Зачем? А, вон несутся. Значит, что? Значит, это мы с тобой определяем, куда идет отряд. А, куда нам надо, точек нет. Только один сержант остался на точке перемещения. Слушай, нет, точка перемещения назад есть. Только к черту на рогах. За высадкой нашего отряда. Да, они сюда к машине несутся. Слушай, а черный крестик это что обозначало? Это склады нет. Есть, которые надо уничтожать. Один в кислоте. Ты на карте увидел? Да, два в кислоте. А, вот. Вражеская зона есть еще. Так она и так была. И крестик. Слушай, они ко мне грузятся, оказывается. Да, смотри, один залезают. И там на точке сержант остался, который... Не влез. Они... Не влез. Четверо сзади, один а, рядом все, сел. Да, просто... Нет места. Так, ну как же мне вызвать эту артиллерию? Что-то машина... Ну, выглядит побитой. Пару выстрелов. Зачем? Всё, патрон куча, всё. Жалко, больше нечем. Может, давай твоим подрывным зарядом попробуем? Да не трупы везде валяются. Понятно. Слушай, а вот этот пост нет? Нет, ну, сейчас следующее. Нам где-то в центре... Последняя точки, точка была на холме, которая ничего не делала. Да нет, там просто точка отхода такая была. Может, а может быть такое, что мы кого-то не добили или еще что-то? Да нет, хотя нет, что нам что-то взорвать надо. Мы бы давно его уже согрели на себя. Вот, какие ящики, вот их мы, наверное, должны взрывать. Да. Вот эти ящики под навесом справа. Мы должны взорвать, только так. О, УАЗик. Да. Пойдем посмотрим на ящики. Седьмой, на место водителя. Так, кто ты убежал? Блин, мне это вызвать, это
Мне теперь горит сесть машина. О, мины. Подрывной заряд. Так, мне теперь тоже его можно взять. Один. Сидорочек. Ой. Надо выкинуть. Гранаты, например, мне не нужны. Подрывной пакет. Так. Ты что там ломаешь? Или боты? Как? О, установить подрывной заряд. Ну-ка, попробуем. Таймер 40 секунд. Валим отсюда. Очень быстро. Что делать-то дальше? Убегай. Ой. Склада, убегаем, то сейчас взорву. Mm-hmm. Убегай от склада, то сейчас взорву. А какой-то треугольник. Это мой, моя бомба, мой подрывной заряд. Сейчас я попробую отсюда уехать. Так, во что я там уперся? В машину в какую-то. Выход надо. Лазит, да. Да. Да блин, камера не вращает. Все, уехал. Машины в ВХВ, ВХС. Где у нас следующий? Ты крестики что-то позрываешь? Да. А где она карта? Ну, там, где следующий крестик. Вот здесь вот во дворе, я так понял. А ведь все как сидели, так и сидят, да. А вот склад, наверное, вот это, да? Да. И поставишь. Вот это, наверное, ящики. Ты поставишь заряд? Я думаю, что умею. А что там? А вот, наверное. Поставить подрывной заряд там. Ага, вот. Установить таймер. Да. И отбежать. Да. Но я все вручную взрывал. А не знаю, 40 секунд, ну ладно. У меня тоже они отсчитались, а потом появилась возможность взорвать батарею. Сейчас посмотрим. Взрывай. Ничего не происходит. А у тебя должна появиться надпись «Взорвать бомбы». Пока нет. После 40 секунд что-то. И вышла ошибка, смог там что-то. С дымом проблема. Что-то не все взорвалось. Да. И мы там еще одну не взорвали. Зато дом расхреначил. Не, установить больше нельзя. А карта? Крестик, а карта остался. А вражеская зона, крестик остался. Нет, не вражеская зона, просто крестик на складе остался. Ну да, черный крестик. Он и в первом на складе остался. Да, то есть он не пропадает. Может и не должен. Видимо, может как он А был же какой-то чувак, типа. Это я и есть. А. Ты за него. Может, есть это какой-нибудь целеуказатель? Нет, когда я выкинул автомат, я его вместе с автоматом. Может быть. Там еще в лесу на холме крестик стоит. Да это тоже что-то еле едет. Противник. О! Я не вижу. Справа?
А кто-то вылез у меня с пистолетом. И как он должен из пистолета их убивать? Он что, с ума сошел? Я посмотрел, что на бензовозе был. Мы сейчас рванем вместе с бензовозом, к хренам. Что сидят-то все? На бензовозе. В кого вот они стреляют? Так по мне кто-то стрелял. И стекла в бензовозе выбили. Мне тоже. И стекла. Вот, наверное, здесь кто-то есть, нет? Был. Я пистолет достал, посмотрю. А у меня нет его. Вон он стоит. Был. Убили. Давайте машину уберем. Он прям наверху снайпер стоял, походу. А машину надо взрывать тоже. У меня есть один заряд. У меня тоже есть еще целых два. Тут вопрос в том, что их надо взорвать артналетом, походу. А здесь нету поставить заряд. Ящики-то вон за машинами есть. Может на машину. А, может надо на машину поставить? Не ставится. А у меня ставится. Странно. А, может быть я не туда? Таймер. Я поставил таймер, отбегай. Странно, почему я не хотел ставиться. А он, ладно. Его надо отдельно нажимать. Так, 40 секунд ждем. Ты вручную подрывал в прошлый раз? Нет. Само урвануло через 40 секунд. Понятно. Даст ли нам что-нибудь от взрыв? Потому что у меня точка какая-то в 122 метрах, куда ехать надо. О, как хорошо. О, крестик позеленел, между прочим. Да. Типа мы его это... накрыли. Выполнено. И кто-то стрелять начал. Тогда это, те остальные тоже до взрыва. Мы не доделали, может, что-то? Вот в кого они стреляют? Ух ты, что это за снайперка такая? Где? О! Да, как не патронов нет. Да, это что такое? Надо смотреть у бойца в мешке. А он такой мохнатенький весь. Настоящий шнипер. А, он в этой кикиморе? Да. Муфляж такой мохнатый. Я поеду, посмотрю, что там внизу. Листок. Ну ладно, хрен, что-то у меня тут получается. А, во. М24 у него. Такое чувство, что подрывать надо не эти ящики, а машины. С ящиками в гузове. Да. Такие были вообще. Да. Теперь елки сплошные вместо этого склада, блин. Склад-то остался цел. Тут же был ящик с, блин, с как раз зарядами. У меня они кончились.
будешь брать. Странно, я не могу маскировочный костюм у него взять, потому что он в DLC находится. Возможно. Нажмите левую клавишу, чтобы купить это дополнение. Да. Класс. Не знаю, это. Маскировочный костюм джунглей НАТО. Платный предмет. Хрен знает, ладно. Полстим. Балаклава оливковая. Блин, до взрыва здесь был ящик, в котором я брал подрывные заряды. Теперь здесь такого ящика нет. Кстати, канистра какая-то есть, может, канистра, какая-то не канистра. О! Это я. А, я уже думал, кто-то стреляет. Кто жив остался? Ищу-ка я в санитарном кунге. Может, там что-нибудь найдется. А бензовоз не надо было взрывать? Хм. Не знаю. Можно попробовать. Может, он тоже считается как объект? В нем такие перевязочные пакеты так лежат. Что такое нахрен? Гранатами закидать эти машины. Но машин-то больше таких нету. Пробую еще ящики гранатами покидать. Я тоже что-нибудь повзрываю. Да был бы чем? Ну, у меня один остался. Ага, ну попробуй тогда. Машина стоит с пустым кузовом. Да. Ну, вроде неинтересно. Это грустно. Ну, взрываться-то будем вообще сегодня? Чем машина взорвется, я еще сдох. Да, смотри. Что? Поселение Аладдин Кристи. Что ты взорвал? Какую-то груду ящиков. Ну вот, это, понимаешь, нам нужен еще один этот, взрывной заряд, а у нас его больше нет. Там у среднего был раньше ящик, где были эти подрывные заряды. Я думаю, ладно, наберу. Взял сколько-то. Надо было больше брать. У меня два всего было. Я три взял, но они почему-то израсходовались все. РГД-5 есть и все. Да я не беру их РГД-шки. Сколько можно перезаряжать, блин. Люди лежат. А вот гранатомет есть. Попробовать гранатометом. Не берется. Нет, именно гранатометом, а не гранатой. Нет, вот я нашел гранатомет, могу взять. У меня взялся.
Проскакивай. Ау. О. Все, получилось. Дополнено. Что еще? А вражеская зона? Это просто она обозначена, это не то. У него тоже есть. Похоже, теперь нам надо на эту точку развиваться, двигаться. Ну, в смысле, на эту. Где у нас сержант остался. Поехали на УАЗике. Нет таких точек. Ну, на холме там. Где изушка стояла у меня. И чё? Как не доехал? Проверим. А как ты видишь то вообще? У меня никаких точек нету. А у меня в другом месте написано перемещение. А! Сильно далеко написано. Где. Высадка, крестики, вражеская зона. А, ну да, правильно едем. Зачем? Ну она уже как-то ездит, а еле-еле. Хотя это тоже что-то не очень. Тут еще и сзади. Да. Да я расшибемся. Ух ты, кто-то сел за руль у них. Ни хрена себе. И этот несется. Сержант или кто там. Там, кстати, несется. Наверное, машина сейчас сядет. Там есть еще один слева. И чё, и как бы мимо.
Или он к ним побежал? Наверное. У нас еще чувак где-то заводится. Тоже ничего не делал. Он Урал бензовоз. Заправляюсь. Я вот не вижу ничего. Зуба, текущий, не слышишь? Вроде нет. Вот как будто водичка течет. Нет. Доктор. До заправки. Не, у меня только тарахтит двигатель и все. Наверное, не слышно, наверное. Я не вижу уровня топлива, все равно так же. Точек никаких не появилось, эти там катаются. Не, эти катаются и за ним. По-моему, сержант бежит быстрее. А мне кажется, он на чем-то едет, не? Наверное, да. Наверное, он что-то захватил. Нам, наверное, за сержантом надо нестись. Он что, главный? О! Мимо пролетели. Ну, фиг с ним. Я вышел. А, точка, километр еще. Нафига я вышел-то? А что-то темнеет. Да. Может быть, с конец все. Все, да. Блин, каким-то. Сколько ж можно выполнять эту миссию? Хотя второй раз, если проходить, то это быстрее быть надо. Конечно. Уж знаем, что делать. Мы даже не знали, как со складами быть. И что там за картинку показывают? Летим куда-то. Ну, просто камера едет на большой высоте. Путь показывает. Где мы проходили, отстреливали этих боевиков. Время... Ой, уже дофига. Димка что-то так и не появилась. Чего не написал? Ну, закончится это когда-нибудь или нет? Ладно, ну, давай. Мы можем.